Обожаемые мои девы, приветствую нас, вас на моем канале. Смотрим сегодня февраль, ресурсы рода. Февраль у нас обозначен месяцем защиты рода, просьб рода. Вернее, вы можете попросить что-то у своего рода. Вот такая досталась вам карта. Посмотрите. Почувствуйте, как она откликается у вас. У каждого это будет по-разному. Все остальное смотрим на моем нежно обожаемом оракуле полнолуния. Вы у меня вот так сегодня прям много вам выпало карт, так они достались. Хотела достать одну, досталось аж три, ну ладно, будем, значит, разбирать три. Так, основные тенденции: цветы, звезда, свобода. В принципе, у дев в этом месяце очень все прекрасно, радужно. Какие-то изобильные, возможно, подарки. Ну, вы звездой будете в этом месяце. Все приковано внимание к вам. Может быть, случатся наконец-то те задуманные вами события, какие-то произойдут, которых вы очень давным-давно ждали. Кто-то может поменять сферу деятельности, работу, или вообще ее бросить и наконец освободиться от этого всего и заниматься домашним хозяйством, своим очагом. И в этом его звездность будет, скажет: наконец-то, ура, ура, все, я все закончила, не хочу никаких больше обязанностей. Все-таки свобода — это от чего-то такого, что вас гнетет. Это же подтверждает карта груз, то, что вы нагрузили на себя, да, освободитесь от этого. Полная луна, но это дом... Ой, простите, пожалуйста. Полная луна, дом, полная чаша. Может быть, какие-то даже тайные знания, которые вы либо будете изучать, либо какая-то попадется вам книга, или что-то, какой-то документ, который вы долго-долго искали, и он освободит наконец-то вас от всего груза, тяжести, обязательств. Но фолиант больше, если в бытовом, то это какие-то документы. Либо, может быть, вы просто в этом месяце будете заниматься собой, и ваша стезя – это чтение. Вы будете читать много, посвящать себе вот так вот время. Ну, конечно, больше это какие-то тайные изучения, каких-то тайных знаний. Возможно, вы курс купите какой-то. Или какая-то откроется вам тайна, которая была от вас в этом... Ну, не в этом месяце, а вообще скрыта, и она откроется именно в этом месяце. Да, для вас, конечно, это месяц освобождения, легкости и в то же время изобилия. Это послание рода. Ты дорог, ты дорога мне, даже когда ты раздражен или раздражена, унываешь или боишься.
для своего рода вы ценны и дороги в любой момент вашей жизни. Дорогие мои девы, хорошего вам месяца!